Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас 2 июля. Начинаю потихоньку ходить в огород. На работу-то хожу. Так еще вот в огород все равно. Сегодня вот более или менее как-то оживаю. Нога, конечно, к вечеру отекает, такая вообще, что булдышка. Но все равно у нас прошел дождик. Все полил. Вообще красота. Такая ягодка. Я сейчас уже несколько съел. Красненькая. Столько было бы ягоды. Вся повымерзла она. Очень много вымерзла именно весной. Такая ягодка бы была вообще. Просто бы все было в ягодке. Но здесь тоже крупная. Но здесь очень много вымерзла именно вот в этом месте. Вон там вон такая ягодка лежит вообще. В общем, надо накупать укровного материала на следующий год, чтобы был вообще ягода обалденная. Все-таки вот этот сорт называется Сирия. Очень хорошая. Такая крупная она. Я вам ее все показываю. Вот это тоже Сирия. Если бы не вымерзла, здесь еще несколько цветоносов было, они вымерзли. Вон там какая красненькая. Ой, лежит. Я сору. О, какая хорошенькая. Тут сгниет еще из-за сырости. В общем, вот Сирия очень, вон, смотрите, какая крупная. Там уж, наверное, одна то ли спеет она так. В общем, она просто обалденная. У сына да укоренять именно с Сирии. И Азия тоже очень хорошая. Там на земле хорошая. Она такая крупная-крупная. Сейчас я вам тоже покажу вот кустик Азии. Я уже показывал, ну вот он. Вот такая вот ягодка. Такая вот, ой, какая, смотрите, вообще обалденная, какая красненькая. Ой, жалко, что повымерзла много. Такая красота. Ой, она уже, наверное, скоро поспеет, можно будет завтра сорвать. Крупная-крупная вообще. Огромная. Вкусняшка. Может, сегодня потом сорву. Давайте сорвем уже, она такая, а то еще сгниет. Ой, вообще, какая ягодка. Вот это Азия. Крупная-крупная. Такая вкусная. Это еще пусть полежит. Такая вот вкусняшка вообще, витаминная. Так вот, друзья. И петуния растет. Все поливает дождик. Это очень хорошо. Вот это все-таки, да, с тайдалом попался один именно экземпляр оперы. Кустик. Потому что это вообще не тайдал, не сильвер. Вот он, сильвер. Другая петуния тоже разрастается. Именно жара спала, и капуста начала расти. А то именно в этой жаре, в сухоте, я думаю, что она очень плохо ей было. Сейчас вот отошла. Не знаю, что с этой капустой в этом году. Наверное, все-таки, знаете, на этом месте она растет уже третий год. Все-таки надо менять место. А сюда мы ее прячем, потому что у нас в прошлом году, или в позапрошлом году, у нас воровали капусту, вот там росла, и просто воровали. А все-таки, как я уже говорю, год, второй год, а на третий год именно на одном и том же месте капуста начинает плохо расти. Поэтому, ну, что вырастет, то вырастет, но на следующий год уже здесь нельзя выращивать именно капусту. Кабачки тоже пошли, вот только дождик маленько пошел, и все поперло. А то сухота. Кукурузу тоже я вот освободил, уже повыросла большая. В общем, я потихоньку уже начинаю бегать. Но здесь вон и перчики уже висят, помидорки. Тут от жары крутятся листья, которые под укрывным нормальные, которые открытые не очень нормальные. Жрет эта бложка, надо будет потом обрабатывать опять фитовермом. Ну вот так вот и салат хорошо взошел на айсберг. Там цинии, сейчас я пройду туда тоже. Уже сейчас сходим с вами. Вот так вот ковырктошка именно пошла расти после дождика. Так вот цинии цветет уже. В этом году рано. И эта циния какая-то, она, знаете, невысокая какая-то, только кустовая. Называется она гергоновидная. Разноцветная вся будет. Ой, чтобы мне ногу не покусали комарьё. Вот так вот лучок тоже после дождика оправился.
Стрелку надо обрывать. Я сейчас, наверное, еще стрелку все-таки пройдусь. Поломаю стрелку. Подкормлю я. Ну, уже не сегодня. Наверное, завтра я подкормлю лук. Эксибишн еще раз. Чтобы перо шло. Отрастало. Вот эти томатики крутились, листья у них. Ну, что вырастет, то вырастет. Огурчики еще пока. Еще только цветут здесь. Вот так вот. Гром гремит. У нас здесь цветочки по краю. Там вот тоже петунька. Вот так вот. Огород, в общем, после дождя преображается. Такой маленький обзорчик. Вечерний. Цветочки он уже все повырастали. Здесь подсолнухов несколько будет. А по огороду, я смотрю, вроде нету нигде больше. Наверное, только вот здесь будет. Ну и ладно, хоть столько. Так. Туда уже не пойду, а то грязно там. Чеснок уже, стрелка, смотрю, пошла. Скоро надо будет вырывать. В общем, после дождя все пойдет в рост. Прям активно. Так вот. Петунии вообще. Тайдалы. Ну, почему тут этот именно кустик прям вообще отличный. Такой вот. Поэтому надо покупать укрывной. Если бы укрывной был, столько бы ягоды было вообще. Завались. Вот это тоже петуния пошла. И здесь. И у земляники. Вот как дождик прошел. Все-таки дождик есть дождик. Тоже сразу листья пошли отрастать. Сразу такой лист у нее хороший стал. Ягодки он тоже. Ой, много. Много ягодок. Вот это вот зенга-зенгана тоже очень хорошая. Прям ягоды. Все в ягоде. Вот это вот тоже вот. Сирия. Вот она. Кустики здесь. Вот это сирия вот. Значит, здесь было раз, два, три, четыре, пять кустиков. Вот это сирия. А вот это все зенга-зенгана. Раз, два, три, четыре получается кустика. Вот видите, они даже по листве отличаются. Ну и по ягодке она помельче, но ее много. И она не поражается ни клещами, никакими, ничем. В общем, хорошая, очень хорошая ягода. А вся остальная, знаете, тоже на любителя. Все-таки вот именно Сирия, зенга-зенгана и Азия самые хорошие. Но вот это тоже неплохая. Вивара, она крупная. Такая ягодка. Но она как бы поздняя идет. Но лист у нее тоже. Но как бы все равно тоже неплохая, хорошая вроде. Крупная будет. Как бы такая. Ну вот кустик тоже вот этот что-то плохой. Эти получше. Кто его знает, чего им надо, чего им не хватает. Вот это вот кабрилла. Ну, что-то она как-то не очень растет. Усы пошли. В общем, всякое разное. Где лучше, где хуже. Все по-разному. А вот это вот, я говорю, вот беккер, все листья одинаковые. Хотя здесь разные три сорта. Но по внешнему виду абсолютно одинаковые. В общем, присылают от беккер под видом разных сортов один и тот же походу. И все. Так, друзья, такой небольшой обзорчик, он как петуния пошла. Такая красота в огороде. Все растет, пышет. Пока именно такая пасмурная погодка. Дождики, тепло, все отлично. Всем желаю здоровья крепкого, отличного настроения, всех благ. Будьте здоровы, самое главное. Всем пока-пока и до новых видео.